Правда, когда именно вырастет цена и насколько, пока не определили. Сейчас за малышей до 3 лет платят 1850 рублей. За тех, кто постарше, 2190 рублей. Эту стоимость не индексировали 2 года подряд. Расходы родительской платы, они для нас очень значимы, потому что 20% идет на нужды учреждения. Они самостоятельно могут приобретать мягкий инвентарь, посуду, чистящие, моющие средства, строительные материалы, какие-то там небольшие объемы. А 80%, конечно, направляется на закупку продуктов питания, на организацию в целом. Сейчас для детей разработали новое 10-дневное меню, более сбалансированное и разнообразное. Стоимость питания в садах тоже выросла. Так, за детей до 3 лет, которые пребывают в саду 8-10,5 часов, будут платить 108 рублей в день. За старшую группу – 128 рублей. В круглосуточных группах – 143 и 169 рублей соответственно. Кроме того, в этом году обещают улучшить и технологическое оснащение пищеблоков дошкольных учреждений. На покупку нового оборудования власти Тамбова выделили 2 миллиона рублей.